ты как буквы из них получился бы очень длинный и выразительный алфавит. Только никто не решается заняться его составлением, потому что одной жизни не хватило бы на это. Вы смотрите «Хроники Байрой». Сегодня мы присутствуем на открытии Южной резиденции здесь, в Одессе, в Fiori Flower Company. Смотрим! Поздравляю, сегодня чудесный день, чудесный вечер. Расскажите же нам, что же такое Fiori? Я знаю о том, что бренд достаточно известен уже во всей Украине. Для Одессы это что-то новое. Поведайте. Fiori для меня это прежде всего выражение души в цветах. Fiori это действительно удивительный, уникальный стиль, который разработан флористами в Украине. Это украинский бренд с высоким европейским качеством. Мы действительно предлагаем самые лучшие, самые изысканные, самые свежие цветы, которые можно найти в Украине. Маша, что для Fiori Flower Company означает сегодняшнее открытие Южной резиденции? Это невероятно. Это невероятно красиво. В Одессе живут очень красивые люди, которые любят все красивое, красоту, эстетику. И я думаю, что открытие Fiori в Одессе – это тот момент, который позволит людям свою жизнь, самые главные события жизни сделать самыми красивыми. Безусловно, вы видели в мире много всего. Ваши впечатления от данной резиденции, да, Южной резиденции Fiori? Это невероятный бутик, потому что на самом деле в мире не так много больших цветочных бутиков. Как правило, это маленькие лотки или небольшие бутики. Сегодня Одесса получила просто громадный цветочный бутик. Ну и, конечно же, здесь не может идти речь о размерах, потому что, скорее, цветочный бутик – это мастерство флористов. А флористы Fiori – это люди, которым можно доверить сделать букет. Можно приехать буквально за минуту, и этот букет будет таким, каким он должен быть. А таком, о котором ты мечтал, даже лучше. Одесса невероятно будет признательна тебе лично за Fiori. Расскажи основную концепцию компании, в чем философия Fiori? Fiori звучит по-итальянски, я знаю, что это все-таки бренд украинский. В чем фишка? Fiori с итальянского – это цветы, но на сегодняшний момент Fiori в Украине – это все самое лучшее. Это самые лучшие бренды, это самые лучшие цветы. Важен ли для тебя личный дизайн того букета, который ты получаешь? На сегодняшний день, когда появились такие бутики, как Fiori, это становится важным, потому что такие бутики предоставляют возможность эксклюзивного выбора. Мы постоянно выбираем на выставках все самое красивое, но это не происходит по каталогам, как обычно у компании. Мы ездим все на все выставки самостоятельно. То есть только после личного тача мы выбираем, потому что мы знаем, что нужно для нашего клиента. Наш клиент любит самое красивое. Клиенты в Киеве – это самые первые лица страны, мы ими очень гордимся. И мы надеемся, что клиенты Одессы полюбят и поймут философию Fiori. Девушка мечтает о колечке от Тиффани, да, прочитал.
в вашем журнале. И также вы хотите, чтобы каждая девушка мечтала о свадьбе от Фиори. Ну, на самом деле это правда, что каждая девушка мечтает о сказке, а свадьба от Фиори – это и есть эта сказка. Потому что то, что делаем мы благодаря этим цветам, вы, наверное, уже увидели. То, что есть в витринах, в бутика Фиори, это эксклюзивно, и это не купишь на рынке. Ваш основной конек – это считается оформление свадеб, торжеств. Расскажите об этом направлении. У нас действительно есть для корпоративных клиентов фулл-сервис. Мы предоставляем полное обслуживание. Что это означает? Это означает, что флорист приходит, разрабатывает концепцию непосредственно под бренд, который его приглашает, и это ежедневное обслуживание. Свадьбы – это отдельная наша... Отдельная наша тема, которой мы очень гордимся. Такого флористического оформления, как делаем мы, не делает никто в Украине. Действительно похоже на сказку. И вот любая невеста, которая готова ощутить себя принцессой, обратившись к нам, действительно почувствует себя таковой в день свадьбы. Поделись своими впечатлениями о сегодняшнем вечере. Нравится ли тебе Фиори? Я, конечно, когда зашла вовнутрь, я обалдела, как любая женщина, потому что такой красоты, таких цветов, которые я встретила внутри, на входе, я думала, что это искусственный цветок. Но когда я увидела орхидеи, которые гроздями спадают на входе, я обалдела. И, конечно же, мне очень приятно, что открылся вот такого уровня магазин, там, где ты можешь не только приобрести цветы, но еще аксессуары, какие-то интересные игрушки, подсвечники, рамки, все, что всегда мне, мой взгляд останавливает на такие предметы интерьера в других магазинах. Сегодняшнего дня я буду заходить сюда и буду покупать здесь. Твои впечатления, все ли тебе нравится? Впечатления потрясающие, потому что невероятно красивый, шикарный, роскошный, безумный красивый интерьер, богатый магазин цветами. И для Одессы это что-то новое, что-то особенное, потому что в Одессе можно купить красивые цветы, достойные для любимой женщины, для особенных случаев, но с такой роскошной подачей, с таким большим выбором и такими эксклюзивными вариантами, наверное, это первое, и впервые. Вот. Вы знаете, очень интересное место, очень красиво, ново, нет такого подобного редко где встречаешь, чисто по-европейски, очень богато. Алена, сегодня невероятно приятный вечер. Твои впечатления от открытия Фиори здесь, в Одессе? Мне очень нравится этот магазин. Это лакшери-сегмент. Он очень красивый, очень красивые люди. А я думаю, что да, он будет пользоваться спросом, он будет успешен. Потому как наша Одесса, она очень красивый город. Тут красивые люди, значит, нужны такие красивые магазины. Down and lonely, when with a fortune and only, I've been looking for something else. Язык цветов – единственный в мире язык, который дается человеку по праву рождения интуитивно. Вы смотрите «Хроники Байрома» на открытии Fiori Flower Boutique. Мы идем дальше. Какое будущее у Фиори ты видишь? Что дальше? Следующий наш шаг – это открытие бутика в Донецке. Это стратегическая точка Одесса и Донецк. На сегодняшний момент есть 3 бутика в Киеве, это очень успешные точки. И один бутик в Харькове, теперь Одесса и Донецкая вода. Для тебя, женщина, это какой цветок? Это, вы знаете, дикая роза. Именно дикая, как красная жгучая роза. На сегодняшний момент я когда думала, как же одеться на это открытие, потому что
В дресс-коде был коктейль Flower. Я подумала, наверное, я сегодня буду Васильком. Я делала синий цвет, наверное, сегодня я Василек. Я думаю, что я роза. Без вариантов. Тюльпан. Потому что это мой самый любимый цветок. Он мне очень нравится. Я очень люблю пионы. Пионы расцветают лишь в мае. А в Уфиоре пионы есть круглый год. Business calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view when all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. Да, вы сказали о том, что являетесь клиентом Fiori в Киеве. Кого удивляете букетами от Fiori? И часто ли в вашем доме от Fiori есть? Я удивляю букетами, точнее радую букетами от Fiori своих подруг, свою маму, с поводом и без повода, потому что у меня мама очень любит цветы, очень любит живые цветы, поэтому букет... подарок маме, я знаю, что это всегда будет приятно. Ну и, конечно же, своих светских друзей, которые очень искушены и во флористике в том числе, и букет от Fiori – это всегда очень тонкий подарок для человека с утонченным вкусом, во-первых. Ну и... как мне сказали, Fiori сравнивают с Тиффани. А вы же знаете, что все девушки очень любят Тиффани. Если мужчина хочет услышать, да, он выбирает колечко от Тиффани, от цветы, от Fiori. Вы смотрели хроники Байроу. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Help me